Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 777. События дня. Три семерки на вчерашний день. Даниил 11:27. Потому что конец еще отложен до времени. За 28 января 2018 года. Ну, какие события? Воскресный день. Батюшки не было в Потеряевке в этот день. У нас богослужение всегда проходит. Много народу не было. Температура низкая, там 30 с лишним градусов мороза. И там старенькие все не пришли. Это далеко, темно. После этого собрания... Такое собрание уже попросили выставлять в тот же день. Сейчас выставляю всегда в тот же день. Вчера уже выставили, там 200 с чем-то человек посмотрели. А потом у них там поют, обед и занятия. А потом братья пошли по своим делам в город. Сергей Новиков. Был ранее вопрос об архивации всех материалов, аудио, текстов, фото и видео с Ютуба. Что-либо сказал кто? Ну да, сказали. Но он говорит, а по моей оценке, суммарный размер архивов не более 10 терабайт. Далее Ирма высказала, что это составит 20-30 терабайт. Это несколько завышено. Например, у меня в папке выборочно 207 файлов. Это 64 гигабайта. В среднем 0,3 гигабайта на один файл. Итого условно на 1000 файлов, 10 тысяч файлов-то Ютуба, 0,3 на 3000 получается 3 терабайта. Аудиоисходники около 70 гигабайт, 0,7 терабайта. Тексты совсем немного в сравнении с видео. А остаются фото, причем оригиналы. Кладем на это еще 2 терабайта с запасом. Да какие там на фотографии терабайты? Там нет этого, меньше намного. Это я вставляю. Итого 5-6 терабайт. Так что по первой прикидке одного диска на 10 терабайт должно хватить. Оригиналы фото вы можете частями загружать на Яндекс.Диск. А тут уже можно было бы загружать на этот архивный жесткий диск аудио почти полностью. И так на Яндекс.Диске есть, как и тексты. Главное, достаточно долго будет скачиваться полностью YouTube-канал. Недели или около того. Я отвечаю, у нас на YouTube 9500 видеороликов. А фото не говорю, они на диске D на компьютере. Я еженедельно отправляю в администрацию ресурсов записи, а не за неделю, в неужатом виде. Не менее 50 гигабайт почти не бывает. А иногда зашкаливает и за 100 гигабайт. После архивации ужатия, что будет, если уже завтра отсылаю под номером 140? Это за неделю. А когда начал вести счет, понедельно, там было уже больше 1000 роликов. Пожалуй, с учетом будущего лишние диски не будут. А у нас еще и форум есть. Это иное, чем YouTube. Открыто это все говорим. Тайны-то никакой нету. Елена Фомина. Спаси Христос, я практически живу вашими роликами. Да продлит Господь ваши дни. Владимир какой-то. Благодарю за внимание, Игнат Тихонович. Слава Иисусу, с Богом. Ваш земляк с Колунды, Владимир Кассель Данкешен. Вот, Кассель, он уехал туда, и голубей показывали. Вика Пахсомова. Посмотрела, очень интересный ролик и познавательный. Спасибо вам, отец Игнатий, храни вас Бог. Владимир, еще. Буду смотреть от корки до корки, с глубоким вам уважением, Игнатий Тихонович. Кроме того, есть просьба к вам, Игнатий Тихонович, есть желание пройти повторное крещение с полным погружением в вашей общине. Средства на проживание есть. Если будет у вас такая возможность благословить меня, то, может быть, в июле я ему пишу. Расскажите подробнее о себе, лучше по скайпу, заходите с глазком. Без разрешения не приезжать. Роман Фроликов. Библия на разных языках мира выпускается в Российском библейском обществе и протестантами.
в Москве, в храме апостола Фомы на Кантемировской, миссионеры имеют Библии на разных языках мира, и они раздают Евангелие разным народам, они собирают и отправляют посылки в другую страну, мира православному священнику. Евтушенко Сергей, у нас нет 24. Игнатия Тихоновича для этого. И даже не совсем и понял, что такое. Нет 24. Сергей Игнатов. Мир вам, шалом. Я очень рад общению с вами и с первых рук узнать информацию о положении РПЦ в зарубежье. Сестра во Христе Наталья Усатая, можно ли по вашим каналам узнать о том, живет ли в ФРГ один человек, немец с Украины, у которого в нашем городе Угледаре Донецкой области осталась жена и ребенок? Я могу сообщить о нем известные мне анкетные сведения, если есть шанс узнать, жив ли он. В Украине по решению суда он объявлен без вести пропавшим. Христос последний раз здесь и будет, отхожу. Вопросы протестантов неинтересны. Для сект перспектива одна – преисподняя. Печаль вызывает духовная слепота сектантов, да и тех, кто называет себя православным. А на деле не таков, каким должен быть. По канонам церкви и слову Господнему. Аминь. Рустам. А вы живете полностью по канонам церкви и слову Господнему, Сергей? Наталья Усатова. Ангел-хранителя всем. Спаси Христос всех. И я отхожу. Спаси Христос, Сергей Игнатов. Я не могу узнать такую информацию. Знаю одно, что убежище украинцам не дают. А если рассматривают его дело, оно длится в течение 8 месяцев, то он вполне может быть и живет здесь. Есть еще закрытые лагеря, когда ты просишь об убежище, там строгий полицейский контроль. Там люди могут и работать, но за пределы этого лагеря он не может выходить. А у вас есть какие-то данные об этом человеке или предложение, куда он мог пойти? С нами в лагере были люди из Украины, но их быстро отправляли обратно. Этой женщине я советую пойти в посольство Германии и узнать, можно через них подать в розыск, рассказать ситуацию. Там будет видно, что они скажут. Евтушенко Сергей. Царебожники посыпались. И указывает, где. Евгения Тропко. Спасибо за сиюминутную молитву Игнатия Тихоновича в печатном тексте. Думаю, я ее отпечатаю и буду по ней молиться каждый день. Молитвы святых на церковно-славянском по молитвослову того уж больно идут. Иногда высчитываешь, а ум не молится. Туго идут, туго уж больно идут. Вот как. Евтушенко Сергей. Достаточно понять смысл с русским переводом. А потом и на псалмы легко молиться. И даже приятнее, чем на русском. Анастасия. Антоний Суровский говорит, что хорошо бы составленные молитвы прочитывать и вдумываться, постигнуть смысл слов, а потом уже молиться этими молитвами. Молитвы святых – это попытка запечатлеть то духовное состояние, которое они испытывали. Андрей Побежан. Мир всем, братья. Скажите, пожалуйста, для чего нужна подготовительная неделя перед постом? Анастасия, если молиться составленными словами, но чтобы они касались действительно сердца. Головин приводил пример одного уже священника, который взял считать псалтырь, считал да и считал. А ему сказали, мол, найди те слова, что коснутся твоего сердца. Он считал, и тут стих. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Он начал плакать, славить Господа. По сей день молится этими словами. И люди приезжают к нему, дабы услышать эту молитву. Евтушенко Сергей, очевидно ли подготовки к посту? Сразу соскочить с белка на травку-то тяжело. Да и традиция такая сложилась. Малыш Роман что-то скидывает тут. Анастасия, Роман, вы, получается, никуда не принадлежите, в свободном плавании. Евгений Тропко, я прочитал молитву Игнатия Тихоновича, она мне легла на сердце. Буду молиться. Есть еще молитвы, составленные у Иоанна Кроншанхайского и Сан-Франциского с перечислением имен Божьих. Как-то нашел в инете и не сохранил. Теперь не могу найти, обыскал весь интернет. Малыш Роман, милостивый Господь дал мне истинного батюшку. Вот ему Господь милостивый дал ему истинного батюшку. Тут, значит, уже не истины. А к кому идет-то?
Вот истина, он ничего не понимает здесь, Роман-то. Ни глаза его не видал, не знает, кем рукоположен. Обман стопроцентный сегодня идет. Всякие мошенники, аферисты. А я нашел по интернету, невесту нашел. Да жития-то никакого не будет. Ты же его не знаешь. Совершенно не знаешь. А уже истинное все, то есть подтвердить свое беснование. Сатана найдет тебе, в виде ангела света предстанет. Это у него ничего не стоит. У нас было тоже тут один человек. Вот, надо вот искать батюшку такого. Батюшка говорит, а где ты его ищешь-то? Найдешь меня, познакомь. Ничего нет, ушел в мир. Анастасия, и попутно может кто ответить. Вчера посмотрела фильм «Лютер». И вопрос, почему его не убили? Ведь тогда спокойно сжигали еретиков и так далее. Это было кому-то выгодно или провидение какое-то? Евгений Тропко. Роман, как батюшку зовут? Я сам меняю постоянно молитву одни на другие, чтобы не считать на автомате. Еще по совету Игнатия Тихоновича считаю псалтырь по частям, славам. Вместо 50-го псалма это очень помогает. Чтобы и нам познакомиться с истинными батюшками. Анастасия, ну слава Господу, Женя. Сергей, а что значит по частям вместо 50-го псалма? Я 50-й псалом в утреннем правиле не считаю. Вместо этого считаю кафизмы по славам. Евгений Тропко. Сжигать еретиков чересчур, мое мнение. Заточить в тюрьму, продлевая этим шанс милости у покаянию. Ведь и мы молимся, Господи, помилуй. Анастасия. Да, сжигать-то ни к чему, конечно. Но мой вопрос именно о позиции католической церкви. Ведь для них проблем не было, а они убили. Вчера знакомому католику задала несколько вопросов, что по фильму возникли, то он ответил, а потом сказал, что больше не верит в Бога. Ну и ну, вот поворот. Андрей Побежан. Ну, если сжигать, то ересь не будет распространяться, а то завербует незнающих. Анастасия, ересь, может, и не будет распространяться, но заодно истина Христова не будет. Вообще интересно, что времена меняются. Средневековье тоже как бы в Новом Завете, а методы совсем не такие. Евгений. Сжигать еретиков значит прежде времени становиться судьей и вершить суд за Господа Саваофа. Отправлять еретиков в пламя огня значит вместо Бога пытаться отправить в пламя ада. Ведь и мы можем оказаться еретиками, никто от падения не застрахован. Если ты думаешь, что стоишь, то бойся, чтобы не упасть, слова апостола Павла. Так поступали, наверное, ко стыду имени православия. Православные не коньяне жгли старообрядцев, католики жгли протестантов. Андрей Побежан, у меня друг баптист, он уже начал принимать Великий пост, а раньше хулил эго или его. Евгений, о, ни на ком нельзя ставить крест, тем более жечь. Лучше в тюрьму отправить, может, там в темной камере воссияет луч истины. Андрей Побежан. Или подумать, что горение на него гонение. Евгений Тропко. Гонение к исправлению. Андрей Побежан. А что посоветуете давать баптисту считать, чтобы он вразумлялся? Какую литературу? Евтушенко Сергей. Да открытым оком Игнатия Тихоновича Лапкина. К истинному православию дайте ему. Побежан. Спаси Господи. Евгений Тропко. Точно сказано. Андрей тут какой-то выставил. Николай Александрович Астахов. Братья, простите за сообщение не по теме. Начал смотреть новый фильм Дмитрия Васюкова про Алтай из серии «Счастливые люди». Рекомендую к просмотру. Если не смотрели ранее фильмы, лучше начать с них. 4 серии фильма «Счастливые люди», «Енисей», там «Охотники», все, хороший фильм. Новые фильмы «Счастливые люди», «Алтай» доступны у Дмитрия на канале. Вот оно где. Роман Фройков, я каюсь, что я присоединил Романа Малыша к этому чаду. Роман Фройков, спаси Христос вас, брат Сергей-то. Сергей Игнатов, мир вам, мужи, братья. Воистину говорят, слово не воробей, вылететь не поймаешь. Еще 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Сатана часто посылает людям бесовские мысли. Это Сергей Игнатов говорит. Которые человек, не знающий глубоко священных писаний, может озвучить и навлечь на себя праведный гнев. Среди нашего брата такое тоже иногда случается, когда один написал и не взял свои слова обратно, что еретиков надо сжигать, как это делали в отпадшей Вселенской Соборной Православной Церкви, инквизиторы католической церкви.
Потом считает дальше слова нашего Спасителя, что «любите врагов ваших». Так что же делать с еретиками? На этот счет апостол Павел четко выразился, что после второго обличения от таковых отвращаться. Последнее иногда по наущению сатаны подбрасывает нам в пищу свою ересь, например, видеоролики, мол, смотрите и травитесь. Поэтому, плюс, зная таких людей, я не трачу драгоценное время на просмотр всякой ереси. Я пишу, нельзя ли договориться с вами, чтобы кто-то снимал на видео все выступления отца Геннадия, фаст, а потом выложили в YouTube. Я бы взял у них к себе, это важно и ценно. Это февральские его лекции непременно нужно сохранить, по крайней из крайних случаев, пусть бы даже и в аудио. Я не знаю, видео снимает его или нет. Пропечатанное правило. Христа, отодвигая в тень, не хотят слушать и священника, так как кто-то где-то уже сказал им, и они душой приняли это, как посильно выполнимый для них постулат-приказ. Очень тяжко таких квадрозацикленных, начинающих выводить из такого состояния. Роман Малыш такой радостный братик, отзывчивый, трудолюбивый. Никак не понимаю, к чему шастать по эгоистическим, то есть неправославным направлениям. Если человек такой суперканонщик и суперобрядник, то вначале соблюди имеющиеся каноны церкви. А коли грешник, кающийся, начинающий верующий, то упрись в Потеряевку, где все есть для спасения. Священник с общиной, миссионер, супер, аскет, работы не переделать. И с небес Бог о своих закромов и прочее благо тебе, только начинающему вере человеку, обильно отмерил. Имея такие выстраданные и верные времена, как по провокаторским помойкам продолжать шастать, как это понимать? Эх, вы кони мои, кони, клеточки мозговые серые. А коли понесут, то останется тухлый бифштекс. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите Бога. Аминь. Психотронные средства давали майданникам, да, атошникам для поддержания политазарта. Романа Малыша сберег Господь, все смотреть дозволяется у православных-то, и краем глаза бывает зыркнешь, покрестясь, но не полезно, зачем впускать в свой мозг, это же не помойка. Иногда иного мозг не пересадят, коли свой не сбережешь, и зачем шастать слабым, чтобы выделяться своей суперверой, а это гордо, и так человеком начнет СД крутить, сатана-дьявол, что, глядишь, от него пыль за горизонтом только и осталась. И все зерна, что брошены в сердце новенького верующего, не взошли. А поливать-то придется самому, да одному. Вот тогда и начинается настоящая битва за душу. Мы с сестрами милосердия. Такие выкрутасы тоже переживали с болью и решили, как вы, никого не зазывать. И то борет предатель, стучит копытом. Улыбаемся, братья, хотя осталось в общине все закаленное постом и молитвой. Ошибочка, думаю, таковая. Ехал спастись, а приехал, надо спасаться. Поспокойнее с душой, Роман Малыш. Надо еще нежнее вразумлять кротко и ласково, да пальцем по Библии за одним столом, хотя бы на часок, но ежедневно. Сырую, упертую душу доброго человека, как правило, удается наставить. Как мне жалко Романа Малыша-то, столько труда вложил, и до сбора плодов докарабкаться помоги ему, Бог, всемогущий и вездесущий. Защити от всякого зла слабую душу, братца Ромочки, наставь в истине, прости и помилуй. Сделать и выгнать этих исключения, нежно, повозитесь с Ромой. Спаси Христос, это Галина Влеська пишет. С Новокузнецка. Сергей Игнатов. Спаси Христос, Игнатий Тихонович, смотрю, слушаю твои видеоролики во свете Библии. Слово Божие, как писал царь и пророк, оживляет наши души. Дай Бог твоему собеседнику Александру Сеннику оживотворить через Христа свою заблудшую больную душу. Сегодня смотрел также сборник твоих тематических проповедей, которые видел раньше на отдельном видеороликах. Когда смотрел твое в городе Венспилсе,
то мои глаза тоже были в слезах. Через тебя и меня посетила Божья благодать, с тобой вместе и я тогда молился. Храни тебя, Бог мой, духовный Отец во Христе. Тот, кто по неизвестным мне правилам или традициям церкви согласился 20 лет назад быть моим духовником, брат-настоятель нашего прихода-то, презрел свое духовное чадо и на контакт не выходит. И Господь дал мне, и не только мне, одному истинного духовного отца во Христе. Аминь. Это он говорит. Галина Авдеевская. Новенький заброс в мозг немощных-то. И началась новая сага о зависти. Господи, помилуй отца Владимира. Вот о Головине уже говорит. Сайт «Правмир». Статья о деятельности протерея Владимира Головина требует богословского и юридического анализа, экспертизы. Какого? Автор-настоятель протоиерей Свято-Александра Невского храма в Новосибирске, миссионер, руководитель информационного отдела по сектанству. Вот это да, скобки с вопросами мои. Прокомментируйте, пожалуйста, дорогой Игнатий Тихонович, для всех. Спаси Христос, ссылки не было. Это выставил в соцсети наш настоятель, вице-монитора. Торопясь на богослужение в храм, что автор статьи о протоиерее Владимире Головине есть протоиерей Александр Новопашин. Старый конь борозды не портит, а здесь новая пашня. И смех, и слезы. Новопашин. Сергей Игнатов. Мир вам, мужи и братья. Посмотрел один фильм о простых людях Горного Алтая, их трудолюбие, незнание Слова Божия. В православной общине в поселке Потеряевка тоже живут трудолюбивые люди, но они знают Бога, уповают на Него. И в отличие от первых, записаны в книге жизни. Дай Боже, что управляющий там с Украины Роман Малыш, приехавший туда спасаться, но увлекшийся духом лжи, победил вошедшего в него беса, покаялся и вновь стал на путь спасения своей души в лоне Русской Православной Церкви. Аминь. Евгений Тропко. Я не насмехался над Романом Малышом насчет его истинного батюшки-то. Если для него батюшка Яким больше не истинный, пусть покажет истину тогда. Истина не прячет себя. Свет светит во всем доме. И все входящие видят свет. Мой ответ Роману Фролику. Дальше Андрей Побежан. Я забираю свои слова обратно насчет того, что еретиков нужно палить. Это я сказал из-за невежества своего. Сергей Новиков. Вот про жесткие диски тут пишет. Сколько рублей? Это 18800. Выводы есть. Дело дойдет до покупки, то выгоднее брать диски размером 4 терабайта. Средняя стоимость 1 терабайта на них дешевле всего. Второе. Если выйдет из строя 10 терабайт диск, то пропал сразу весь архив. А я говорю, он не на 4, а на 1 терабайт брать. На 1. По 1000 гигабайт. Они удобные такие. А там путаешься, там приставки к ним проще. А на 4 терабайта несколько дисков одновременно не сломаются никогда. Так говорит наука математическая, статистика. Владимир из Петербурга. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Разумеется, без вашего разрешения, благословения и благословения батюшки вашу общину в замечательную деревню Потеряевку не приеду. Посмотрел множество ваших роликов и знаю ваш, не подобрать слово, тяжелейший жизненный путь. Ваша строгость – это любовь. Зовут меня Владимир, живу в Ленинграде. Мне 55 лет, жена, двое детей, бороду брею. Крестился 32 года в церкви Кулична Пасха и Пасха. Страдаю диабетом, потому по благословению посты соблюдаю не строго. Да кто ж тебя крестить такого будет? Старый Завет не знаю, пересчитываю Евангелие. Очень трудно дается, много раз возвращаюсь. Стараюсь ходить в церковь по субботам, вечерам и воскресеньям. Что еще сказать о себе? Спрашивайте. К крещению готовятся. Ну, что спрашивать? Если не постишься, никто тебя не будет причащать, никто не будет крестить. С глубоким упованием всегда ваш Владимир. Ваш? Никогда его не видел. Уважаемый Игнатий Тихонович, если вы настоящий миссионер, что только не для записи в Ютубе, ответьте мне. То есть я вроде никто, а для записи в Ютубе. Скорее всего, вы заняты, и вам нет времени до меня великодушно. Простите меня, Игнатий Тихонович.
Я отвечаю, что нет, приглашения не будет, разрешения не будет дано, потому что и бороду бреют. Да зачем нужно это? У нас это беззаконие не именуется даже. Рустам, стою я как-то в соборе вчера на литургии это, и за моей спиной на некотором расстоянии кто-то настырно разговаривает, отвлекая, мешая сосредоточиться на молитве. Я терпел минут 10, а после чего я не выдержал, развернулся и направился к субъекту бесчинного поведения. Приблизившись, я увидел, что это батюшка разговаривает с кем-то. То я отошел со словами: «Повезло, что ты батюшка». Я продолжил молитву. Анализируя самого себя, я пришел к выводу, что, конечно же, моя реакция на данный инцидент была неприемлемой и просто нехристианской. Так говорит во мне моя совесть. Единственное одно оправдание – это моя ревность к Богу и по дому Его. Я вас понял, Игнатий Тихонович, никогда такую надпись не следует делать, это другой пишет. Ну, на мои ролики он там собирает. Могут подумать, что я ворую ваши видеоролики и выставляю у себя на канале, но хотелось не дать повода ищущим повода. Вот еще моя забота. Или, может, просто по разрешению Игнатия Тихоновича Лапкина, то есть ролики делать с моих роликов. Благодарю вас за приглашение на занятия по изучению Святой Библии. Я смотрю их, и незримо я с вами. У меня нет пока скайпа. Практически почти все ответы я нахожу у вас в видеороликах. Спаси, Христос, я пишу. Так, можете подписывать все подобные видеоролики, но только после моего просмотра и одобрения. Этот сделан хорошо, благодарю. Он называется не именем, а добрый плотник. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за понимание. Все мои действия по вашим материалам будут только с вашего разрешения. Слава Господу за вас и Церковь Божию. Валентина Сартисон. Просмотрела ролик о паспорте, не до конца, надоело. И вижу, что все эти пугалки, буковки, цепирки, закорючки и прочее неубедительны, несостоятельны и притянуты за уши. Выходит, и жить-то невозможно, от всего шарахаться и трястись, как овечий хвост. Но мы же Христовы и имеем Дух Его через крещение. А Дух Его, лукавого, побежден Христом на Голгофе. Я это всегда помню, и Христос всегда со мною. А этому рогатому и нужно нас запугать и внести смятение. Вот и лезет во все щели. А я со Христом и, помолившись, сплю спокойно. Христос, посреди нас и слава Ему. Рустам, Игнатий Тихонович, мир вам. У меня на работе в рентген, в кабинете, есть одна лаборантка, она лукавая сектантка, баптистка-то, не слушает, что ей врач говорит, и грубит пациентам. Как лучше с ней быть, тащить ее на плаху с топорами к главврачу или же помиловать? Она очень лукавая по поводу Библии-то и по поводу человеческих отношений, врет непрестанно-то. Я отвечаю, не знаю, лучше бы потерпеть. Рустам, я думал, что она чистосердечно поймет, признает свою неправоту. Читал ей лекции, штрабил и вас вспоминал. Думаю, вот, я начал превращаться в Игнатия Тихоновича. А она играет клавиши по-сектантски, ты понял, есть. И на плаху с топорами. Спасибо вам, дорогой мой человечек. Человечек как бы уменьшительное, что-то такое. Ну, много чего тут у нас. Надо еще и ресурсы посмотреть, какие у нас есть. Это ресурсы. Это первый мой мир. Тут уже много уже прошло. Вот как выглядит. Я тут в шапке. Ну и далее наш ресурс. Форум 1600 тем. Вот так зарядите по-русски. Православный форум Игнатия Лапкина. Ну и дальше уже наш видеоканал. И вот на видеоканале что встречается, то тут мы и делаем. Надо посмотреть, как он выглядит. Вот так. А что, оно не идет у нас тут? Ничего не сделаешь. Да, так. Ага. Нет просмотров. 2 часа. Сейчас посмотрим, почему нет просмотров.
как это делается, посмотреть. Ага, я ее поставил, а замочек не снял. Ну, теперь вот захожу в менеджер видео. Менеджер видео зашел. И вот Ян Кронштадтский замочек надавил. Ну, и сейчас надо написать вот здесь, какой у него ограниченный доступ. А я сделаю открытый доступ. Все. Ну и тут проверить, правильно ли все написано. Ну да. Тут никак не снять. Кто-то бы снял у меня, подержал. Я тут напишу. Ну ладно. Ян Кронштадтский. Вот это вот. Тут все закубарено у меня тут. Вот туда. Тут что надо написать? Вот это отодвинуть. Вот это вот. Ян Кронштадтский. А потом написать считает. Игнатий Лапкин. Вот ошибки теперь выправлю. Игнатий. Ух, вот это пропущенная. Лапкин. Считает Игнатий Лапкин. Ну все. Вот теперь его будет видно. Сохранить. Ну тут так как еще шестой номер сада, приходится вернуться снова. Вот так. Вот здесь стрелочка, нажимаем ее. И она выбрасывает вот такую стрелку кверху. И мне нужно теперь что? Ян Кронштадтский 6. Вот сейчас заряжаю, и она сойдет. Уже заряжена будет на Ютубе. Опять Ян Кронштадтский 6. Теперь это скопировано, считает Игнатий Лапкин. Ограниченный открытый. Ну, а что добавить? Какой плейлист? Я простой добавляю. Персоны. Политика. Ну и все пока на этом сегодня. Все? Все, нажимаю.